этом году, наконец-то, наш фестиваль получил титул международного. Это можно отметить. И поэтому, да, ура! И по этому случаю у нас как раз-таки гости из-за границы, а именно из Финляндии, город Хельсинки. Актриса, певица, просто красивая женщина. Ну, как там говорится, да? Руководитель клуба авторской песни в городе Хельсинки Вероника Микконен приглашается на сцену. А еще Вероника прекрасный композитор и пишет прекрасные мелодии на прекрасные стихи. Я вчера спела эту песню, но сегодня хочется спеть другие. Я прочитаю сначала стихотворение. Я не получила, к сожалению, разрешения от ее автора, потому что здесь не всюду у меня интернет. Вот. Но я думаю, она простит, потому что очень хочется ее прочитать. Мария Синчукова. Каждый город хранит владычица от Москвы до Иерусалима. Ветер носом холодным тычется в разболевшуюся спину. Ветер, ветер, уймись, неистовый, не раздуй огонь преисподней. Это просто сгорает истина, но, пожалуйста, не сегодня. Отвечает мне ветер шепотом, даже если огонь жесток, не загорится покров ее шелковый от Нью-Йорка до Владивостока. Даже если ветров всех братья с четырех сторон света слетится, ее сердце возле распятия от Гвадалахары до Ниццы, и оно горит, не сгорая, и любого пожара выше, и никто не лишится рая от Алёкминска до Парижа. Марины Цветаевой, автор музыки Юрий Зозуля, город Винница, где-то 80-е годы. Сон Степана Разина. Ветры спать ушли, за той зарей ночь проходит каменною дорогой, и своей княжною из жарких стран отдыхает бешеный атаман. Молодые плечи в охапку сгреб и заслушался, прокинув лоб, как звенит над жарким его шатром соловьиный гром. А над Волгой луна, а над Волгой ночь расстелила ковры узорные, возлег на них атаман с княжной, персиянкою брови черные. И не слышно звезд, и не слышно вон. Атамана в чем персиянскую душу грешную, и услышала ночь такую речь, а не хочешь стать встречь, дышит наших баб, что жемчужинка, а лишь страшен так, я твой вечный раб, полоняночка.
чебантупила персиянские, из уст ее только звук один. Я приду к тебе.
Большое спасибо. Оксана. Алена, следующий. А длинная песня была. А? Что? Как? Что? Лидер группы «Возвращение», организатор фестиваля, сейчас я все перечислю, ладно? Ага. Организатор фестиваля «Живое слово», гость многочисленных, крупнейших фестивалей, таких как, опять же, Грушинский, Коломенское, мне запомнилось, потому что я... Обнинская нота. Обнинская нота, да, крупнейший фестиваль. Сергей Кануников, автор-исполнитель. Я сижу на гранитной плите
и сжигаю свой стилус, будто грек навсегда позабывший дорогу на Родос. Промелькнули в окне города разноцветной френд-лентой, не оставив в плацкартном щиту шанса воспоминаниям. Я последний поклон отдаю уходящему лету. Против всяких примет, сохранившему теплым дыханием. Может так не случится, что дорога завяжется в поле петлей. Может черная птица прилетится не за мной. Может, тихое слово снова станет важнее слепой суеты под небесным покровом. Да прибудешь и ты, да прибудешь и ты. Почти ничего не поранил, но гремящий экспресс так бесцельно, безжалостно мчится, укрывая в утробе своей не нарушивших правил. И на этом пути остановок отныне не будет. Еще пару забьют костылей, и кольцевая замкнется. Вопреки представлениям простым о банальнейшем круге, этот поезд уже никогда никуда не вернется. Может так не случится, что родник переполнится мертвой водой. Зорницы над уснувшей страной, где гуляет Ванюша по крутым берегам над холодной рекой. Может так не случиться ни с тобой, ни со мной, ни с тобой, ни со мной.